следующем типа это не обидятся. Мать. Тихо, нет. О, нет, ребята, как это обидно. О, нет, ребята, нет, пожалуйста, нет, он сейчас здесь собьет. Нет. Я говорил, что собьет. Всем привет, ребятушки, вы на канале Никита ТВ Геймс, и сегодня мы поиграем в «Машина ест машину» третья часть. Как вы знаете, после обновления, ребята, у нас появились новые тачки. Это Скорпион и Хрущ. И давайте сейчас зайдем в гараж и возьмем эти тачки и попробуем ими поиграть. Мы, ребята, Скорпионом и Хрущом играли только пока в пещере. А теперь давайте попробуем нашим Скорпиончиком и Хрущом. Вот он Хрущ, вот он Скорпион. Попробуем поиграть на локациях вне пещеры. Попробуем поиграть с полицией и так далее. Давайте, ребята, сначала возьмем Скорпиона. Теперь выйдем Скорпиончиком. Давайте выйдем, ребята, отсюда из пещеры. Ух ты, а что такое? Какой-то глюк, ребята, да? Выходим из пещеры. И теперь давайте вот Скорпионом попробуем поиграть на наших локациях. Давайте сначала поиграем на одной локации, на второй, потом на третьей. Итак, здесь возьмем уровень посложнее. Это 12 будет где-то у нас. И посмотрим, как он будет сражаться с полицией, наш Скорпиоша. Как вы знаете, тут федералы всегда готовы доставить хлопот любой тачке. Ну что, поехали. Тем более нам, ребята, надо все равно потихонечку собирать рубинчики, потому что когда будет следующее обновление и появятся новые тачки, нам рубины по-любому с вами пригодятся для того, чтобы прокачивать новую тачку, которая появится. И, кстати, пишите, ребята, в комментариях, как вы думаете, какая из новых тачек будет в следующем обновлении, как она будет называться. Очень интересно ваше мнение. Может быть, разработчики посмотрят это видео, прочитают ваши комментарии и что-то такое придумают. Ну что, а пока мы проходим Скорпиончиком всех тачек, конечно, это уровень такой меня парализовал, ребята. Уровень тут, конечно, так себе, да, не очень сложный, поэтому Скорпиоша проблем, я думаю, не будет. Аккуратненько перепрыгиваем все ямки. Вот еще одна ямка, ребята. Тихо, аккуратно. Ну, где вы, копики? Никто не нападает на нас. Ой, дали уязвимость. На тебе. Так, тихо, аккуратно. Ну же, у нас все жетоны пока не удается нам собрать. Давайте, закидаем их. Опять меня парализовало тут кто-то. Кто у нас лезет-то? Ну вот ФБР, там ФБР стоял, ребята, давайте его мочканем. На тебе бомбочку. Есть. Мочканули ФБР-овца, и нам надо взять еще один жетончик. Так, на, готов, и ты тоже готов. Эта машинка была. Там машинка, ребята, была. Вот она машинка, вот еще одна. Ну же, нет, не взяли, три жетончика не взяли. Или вроде из этих жетонов не прибавляется рубинчиков, потом он прибавляется. Видите, плюс 25%, а так бы было плюс 50, наверное. Ну что, давайте дальше продолжим. И теперь переходим на следующую локацию. Это какая-то такая у нас, видите, китайская стена. И тоже возьмем какой-нибудь уровень посложнее. Давайте вот этот 22-й возьмем, ребята. Ну что, поехали. Так, Скорпион готов к сражению на китайской стене. Так, пока никого не понял. Вот машиночка. Давайте ее скушаем, отлично. Вот полицейский уже такой. На, получай. Бомберов вызвали, хорошо. На, и тебе тоже. Готов. Следующий машинку догоняем, ребята. На. Тихо, нет. О, нет, ребята, как это обидно. Так, восстанавливаемся, конечно, да. Такое сечки лучше не делать. На. Кидаем бомбочки этих полицейских. Нам, в принципе, еще ехать тут много, мы уже потратили с вами жизняку. И потратили все бомбочки. Так, на автобус. На тебе. А, у нас же бомбочек не было. Я подумал, бомберы сейчас разберут. На тебе туда. Какие? Какая полицейская машина наглая, а? Знаете, а тут вообще с тех сторон, ребята, ночь. На тебе, дай бомбочек, нету, жалко. Нема бомбочек. Ладно, едем дальше. Вот, бомбочку. А, и скинули тоже зря. И мне еще
током парализовало. О нет, взяли уязвимость. Так, аккуратненько, когда не будем спешить. На тебе бомбочки. Еще одна уязвимость. Да что такое? Это мы сейчас вызвали ФБР-овцев. Тихо. Фу, чего не свалился, ребята. Чего не свалился, а? На, машинка, еще одна чем-то готова. О нет, ребята, я сейчас упаду в пропасть. Фу, чуть бы не упал, вот это да. Конечно, это жесть. О нет. Давай, скорпи, уже быстрее. Фу, еле вылезли отсюда. Вот это уровень, конечно, вот это сложно. Скорпион еле справляется. Ну, слава богу, доехали, ребята. Да уж, потрепали тут нас. Зато все жетончики собрали. Сейчас тут неплохо нам бабла подкинут. Да, 2400 рубинчиков. Ну что, переходим на третью локацию, это город. Давайте возьмем какой-нибудь уровень, первый попавшийся, и попробуем против танчиков побороться. Ну что, готовы, ребята, Скорпион, надеюсь, эту локацию пройдет без проблем. Так, пока вроде все нормально, у нас никого нету. Автобусы-то грохнули. Главное, жизняк не потерять раньше времени, а лупы вообще не терять. Я даже, в принципе, на 3 жетона перепрыгиваем эту уязвимость. На 3 жетона даже и не рассчитываю, ребят. Ай, не залезли туда. Не залезли. Ладно, пойдем понизу. Так, я все полицейский. А вот уже какая-то машинка нападает. Офиг, тут что-то стоит, видно, сломался. Клетка, ребята, клетка. Давайте, аккуратно, быстрее из клетки вылазим. Выбираемся, ну же, давай быстрее, сейчас нас поймают. Ой, еле-еле пробили ее. Еле пробили. Да, конечно, уровень тяжелый. Сложно тут, конечно, нам. Так, тут взяли какие-то шипики. Ну-ну-ну, давай, скорпион, не подкачай. Вертолет тут у нас пытается ракетами покидать. Но у нас есть острые зубы. На тебе острыми зубами. Так, аккуратно. На, получай. И ты тоже получай. Тебя гасим. А, меня тут заморозили. Фу, жизняку взяли хорошо. Идем дальше. На тебе, машинка. Ну, 3 жетончика, наверное, нам не удастся, ребята, взять. Как-то очень идеально набирается. Так, тихо, аккуратно, где-то машинка едет, наверное. Вот, танчик. На, получай. Фу, там была пропасть, мы ее перепрыгнули. А, все бомбочки скинули куда-то, вообще непонятно. Ладно, собираем за рубежки. Чисто будем по рубежкам. Вот он, кто-то идет. Тихо. Чтоб все, никого не будет. Одна машинка, ребята, еще бы одна машинка, и мы бы прошли этот уровень. Чисто, собрав все жетоны. Что, сколько нам тут дадут рубинчиков? 200, неплохо. 2700 даже. Отлично, ребята. Ну что, теперь можно переходить в гараж и выбираем нашу следующую новую тачку. Это хруща. Как мы видим, хрущ немного послабее будет, да? Нет, в плане броняки, конечно, лучше. А не, он сильнее. Ребята, он намного сильнее Скорпиона. По всем показателям. Ну что, тогда сейчас у хруща точно не будет никаких проблем. Так, выходим из подземелья. И давайте по традиции начнем с первой самой локации. Давайте уже тогда возьмем вот этот 11 уровень. Посмотрим, что здесь хрущ делает против этих федералов. Ну что, хрущака, давай покажи, на что ты способен. В принципе, на таком легком уровне я не сомневаюсь, что он его пройдет. Ух ты, как классно, да? Он как ехал, так и проехал. Он даже ничего не почувствовал на такой полицейской машинке. Давай-ка посмотрим дальше. Классно, он такой как таран, как танк просто. Йоу. Ух ты, куда? Мы какие-то контейнеры идем. Через контейнеры пробираемся. Классно. Машинки. На, получай, хрущак. Молодец, вообще классно. Гасит все. Есть, еще и острые зубы подхватили. Давайте сюда понизу пойдем, может больше рубинчиков будет. Да, неплохо. На, машинки. Ну он классный, видно, что он мощнее всех. Вот мощняцкий. Такая тяжелая артиллерия у нас.
Так, догоняем машинку, это мать его. Что, да, взяли? Почти все жетончики взяли. Вот сейчас точно все ребята жетончики взяли. Отлично, классно. Классный хрущака. Намного лучше Скорпиона, мне понравилось играть. Кто вот его немножко закидывает туда-сюда. Так, в принципе, неплохо. И что, пошлите дальше. Следующий у нас уровень, это китайская стена. Давайте возьмем 20-й. Посмотрим, что здесь будет на 20-м уровне. Давай, хрущака. Край, где-то 20-й уровень, чисто. Посмотрим. Даст или ему. О, сразу взяли уязвимость. Походу нам немножко не повезло. Но идем дальше. Следующий полицейский. Тихо. Опаки. Аккуратненько. Нормально. Все вроде пока нормально, ребята. Давайте собьем эту бензовозку. Так, всех сбиваем, всех гасим, на тебе. Так, где-то тут должны быть пропасти. Ой, ФБРовцы везут. ФБРовцы, ребята. Кидываем бомбочки. Чтоб нас никто не атаковал сзади. Тихо, дайте проехать. Так, аккуратно. О, автобусик. Грохнем автобусика, ребята, давайте обязательно. Так, тихо. Тут надо аккуратненько перепрыгнуть. Есть. А тут перепрыгнуть, чтобы не упасть туда, потому что у нас хрущака большой, и мы заставили эксперимент, что эти зубы его просто убивают. Так, отлично, аккуратно, ребята, отлично. Нам надо больше машин открывать. Ух ты, сколько тут этих полицейских. Не, ну классно, мы, ребята, пока чистенько проходим. Так, все чисто. Отлично. Нормально вообще, хрущом мне понравилось. Намного лучше, чем скорпионом. Намного легче. И еще неплохо сколотили, смотрите, рубинчиков. И теперь переходим к следующей, последней локации. Это город, ребята. Давайте возьмем 33 уровень. Ну что, хрущака, посмотрим, что ты сможешь сделать в городе. Тут уже, я думаю, будет посложнее. Посмотрим. Давайте, машинки сделаем, подайте на нас. У нас хрущака пока вообще никого нет, ребята. Ладно, вот есть, одна появилась. Сразу с ней разобрались. Так, гражданских тоже. Сбиваем. О, на тебе. Ай, он нас этими электрошокером достал. Так, давай, поехали, хрущака, вперед. Ну же, где следующие тачки? Пока никого не видно. Так, вертолеты сейчас начнут нас гасить. О, тихо, танчики, фу. Отлично, забрались на второй этаж. Аккуратно, нет, хрущака, нет, еще взял уязвимость. Обидно. Так, перепрыгиваем эти всякие бомбочки, которые этот вертолет скидывает. Так, жизняка, бомбочки, отлично, у нас 18 бомбочек. Начинаем сбираться от мины. Давайте, на себе тоже бомбочку. О, нет, ребята, нет, пожалуйста, нет, нас сейчас здесь собьют. Нет. Я говорил, что собьют. Мы не успеваем просто. Слишком легкий хруст. Так, восстанавливаемся. Да, уже который раз, впрочем, попадаемся на эту яму. И мы просто не успеваем. Успеваем разбить дверь. Так, что, нам надо еще один сундучок. Ой, сундучок, ребята. Еще один жетончик. Так. Полицейские, давайте. Ух ты, сколько ФБРовцев, ребята, сколько ФБРовцев. Сразу пол жетона нам прибавилось. Так, ждем, на тебе, тоже готов. Тихо, тут аккуратненько. Собираем жетончики. Ой, рубинчики. Ну же. Где ты? Где, вот она. Есть, все, ребята, у нас все жетончики собраны. И теперь можно спокойно финишировать. Уху. И будем смотреть, сколько нам удалось собрать жетончиков. Да, ребята, все отлично. Мы прошли хорошо. Так, сколько нам тут жетончиков упадет? Уже. Ух ты, 200 и еще плюс 50%. И плюс 15. 3500. Неплохо. Неплохо, ребята. Вот на таких уровнях можно спокойно прокачиваться, собирать жетончики и потом уже прокачивать новые тачки. Ну что, ребята, на этом все. В этом видео мы с вами сравнили скорпиончика с хрущом, поиграли именно на всех локациях, и как видно, хрущ намного круче, он намного
мощнее, сильнее, но не такой поворотливый. Его сильно закидывает. На этом все. С вами был Никита ТВ Геймс. До скорого в следующем видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока.